Всем привет, я Мэтт и Катан, как мы здесь играли. И у нас уже довольно много прохождений. Вот. Это тоже здесь есть. Ой, здесь все такие. Ой, 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 полетели. О, нормально, да? Ладно, пошли. Идем мы то, идем. Мы то все идем. Мы идем, 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 мы то идем. О, я нашел этот клубок, ура! Но его, думаю, вряд ли можно переправить. Вместе со мной. Вместе со мной, думаю, вряд ли можно переправить. Я помню, это манга, мятная манга. Мне надо, чтобы эту птицу отдать. Кому-то я тоже должен отдать это. И пока. Ну что, мы все готовы? Смотрите, смотрите, я переправился! Ура! Наконец-таки! Наконец-таки! Можем еще дать записку. Была ли ты когда-нибудь влюблена в Беатрикс? От этого внутри все так и ломит, прямо как на следующий день, после похода в спортзал. Так или иначе, лучше описание мне не придумать. Это также сближает тебя с тем, что доселе было абсолютно чуждым. Все это раньше имело смысл. Вдруг это его теряет, это чувство меняет себя полностью. Более высокие рекомендации и дать не могу. Ладно. Здравствуйте, а так открыть? Не знаю, как это открывать? Или надо открыть? Здравствуйте. А что мне так все лагает? Ребята, почему так все лагает? Ой-ой-ой. Лужа, иди сюда. Лужа. Ну что там здесь все глубоко? О-хо-хо, смотрите. Как это открытие шлем для меня? Сокровище для запада. Как? Друзья мои, объясните, как я теперь выйду отсюда? Так все просто. Правда? О! Здесь так все лагает, так что если вас лагает тоже, старайтесь не обращать внимания. Только так сложно управлять, когда все лагает. Я чтобы вы понимаете. А, мне можно на большую цену. Побежали. Так, ну что? Я убежал отсюда, пока еще жив. Хотя... Мне надо вернуться домой уже, да? Так что... Ну что, я не разобьюсь. Не разбился. У меня добы, где мне нужны... О, они тоже есть такие мини. Да, прикольно. О, дайте! Ледовые слаймы, вы мне нужны прямо сейчас. И никогда больше! Вон так много есть, оказывается, с вами.
Я перебираюсь дальше. Да побежали. Все дальше и дальше. Медовые, мне не нужны. Здрасте, мне не нужны. Я кажется, вспомнил, я здесь помню. Был, помните, да? Я под водой. Бах! Я буду утопленником. Буду всех топить. Ты мне нужен будет всех топить. Все, быстренько. Переправишься. Да, вы спасены. Я был прав. 3, 2, 1. Прыжок! Ну, здравствуйте! Долго меня здесь не было, да, надеюсь? Слаймик, вот он! Слаймик, не надо! Уже не надо! Понимаете, что если один вывалится на долгое время, я ему, так сказать... Это даже не исчезнет просто, мягко говоря. Может просто исчезнуть. С этого мира навсегда. Понимаете, да? А, у нас новенькие, сейчас мы их накормим, да? Доступ. Хочешь воды? Хочешь еды? Слаймик. Слаймик, хочешь воды? Еды, вот тебе еда. Слаймик. Важно. Вот он вот съел. Смотри, какой он. Он счастлив. Когда мы ему даем еды, он нам дает это. И мы получаем больше денег. Понимаете, деньги в этой игре не очень сильно нужны. Смотрите, я здесь все прокачал, представляете? Видите, смотри, как они быстро растут. Ну только пугало здесь надо бы поставить, чтобы они были, чтобы было все идеально. Пугало добавить. Ну потому что они все его боятся. Ну что, пора, знаете, что сделать? Это, а сколько вот это стоит? 10! Подождите, 1, 2, 3, 4. Это 10 тысяч? Много, да, скажи? Что? Я научился этому нолик? Представляете? Я могу просто их пинать себе, пулы. Круто, да, скажите? Скажу вам, это очень круто. Просто их отпинывать, просто выгонять. Я так не знаю, даже подобрать. Вот старые, старенькие, есть кто-нибудь? Дедушки, бабушки есть? Ладно. А у вас есть лоптики? Раз. Мне нравится, что они бесплатно просто дают, бесплатно. Ой, а я здесь надо курицу брать тебе. Ладно. Ладно, я буду сейчас копить, сколько денег буду стараться копить, вы понимаете, да? Потому что если я не буду, вот, это моя мечта, это вот это. Я так, по-моему, где-то что-то накопил, когда-то. Ну, вот это довольно дорого, да, стоит? Довольно много, да, в цене. Можно где вам? 4 вас шкурки. Нет, забери только 2. Ну, ладно. Пол. Курицы заказывали? Сами, вот вы тебе курицы, ешьте только на здоровье. Видите, какой он прикольный, да? Скажите, он невидимка, да, настоящий? Хоть не было бы глаз у него, вот если бы его исчезали бы. Скажите, быстро фрукты вообще растут, я вообще в шоке. И это всего это... Понимаете, как я быстро развиваюсь, да? Мне надо еще 700 там накопить, да. Почти, думаю, 700. И все. В целом 20 штук получается. Это тоже скоро, видите, она всего вырастает. И его много, кстати, бегает. Ну что вы не едите ничего, а? За кого я стараюсь? Вот они проголодались. Они уже начинают есть, понимаете? Если у них нет еды, они не будут есть, понимаете, да? У них много еды, да? И не хотят есть, это очень выгодно, я вам скажу. Но... Скоро будет у нас наоборот. Ладно, посплю-ка. Звёздная почта. Спокойной ночи. Спать до утра. 10-й день. Мы здесь выживаем. Как все-таки много мы здесь пережили, да?
здесь много чего перешли. Вы понимаете, еще 3 штуки и все. Как ты мог? Как ты зародился? Он зародился? Да что ты? Сам виноват. Как они могли? Слаймы, вы наказаны! Вы наказаны теперь! Смотрите, видите, да? Теперь... Вот для смайлаймов вот этих, что меня совсем оборзели, да? Перекидываются, да? Да здесь тоже желательно, да? Желательно и здесь вообще. Потому что они вообще... Курят вообще? А, нет, не всех она съела. Вообще, что за дела? Что за дела вообще? Я вообще... Это вам. Только попробуйте еще раз так трансформироваться. Точно вас всех побью. Курочки, вас много, да? Но вас тогда еще больше. Нормально. Вот видите, сколько клин голодные. Ты еще, врубай шарман. Вы видели? Полетели. Во, видите, они так... Я понял, они так делают. Если они меня тут есть, да и... Они включились от бумаги, да. Видите, они бьют эту сетку. Но она очень крепкая. Она крепкая. Что они такие, не понимаю. Они недовольные. У них нету вообще еды. Вот почему они такие. Какой-то маленький проказник вылез и все съел, что я еще взял, а? Вообще, что за проказники? Полетел, самое главное. Наверное, он невидимый был. Но все равно. Как это? Что это значит за темные дела? Да? Шарманка! Я кажется, понял. А что мне хватало в шарманке, а? Теперь они будут более успокоены. Им нравится шарманка, да? Но некоторым нету еды. Я должен это исправить. Ладно. Вот здесь еда. 3, правда? 3 морковки. Да нет, это слишком мало. Пошли. По-быстрому. Золотой имбирь. Пан или пропал? Разбуди слаймов. Это что было вообще? Вы видели? Он просто... Вообще. Он улетел отсюда и подарил мне блестящую штуку. Представляете? Полезьте. Мы все наказаны. Аж побежали отсюда. Вообще, что это было? Мне дали золотой плорт. Мне просто подарили. Представляете? Как он? Ну что? Это, видимо, ваша удача. Кто-то из вас поставил мне лайк или подписался. Спасибо вам, если это вы. Я вам очень сильно благодарен. Ладно. Это вам недовольным. Кто из вас был мне недоволен? Это вам. Если вам хочется поесть, вот, ешьте. Прикольно, да, музыка сейчас? Там играет. Ага. Сейчас я их накормлю. Сейчас их точно накормлю. Реактивный двигатель. Улучшение двигателя реактивного ранца, который употребляет на вас меньше энергии, а веселее удваивает.